Привет, друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала, с вами Даев и... И не Лур. Поверите, моя стюардесса Лур. Да. Мы так долго ждали. Не по имени Жанна, а по имени Лур. Вот, у меня здесь даже имя есть. Кооператива, я даже... Да. Доска почета наша. Ну что ж, мы начинаем кооперативное... Ой, как мы с тобой вместе-то разговариваем. Да. Первый блин комом. Да, первый блин комом. Мы начинаем кооперативное выживание. На нашей красивой. Надеюсь, планете. Вам очень сильно понравится. Да. Все, занимайте места, несите кофе. Это уже дубль, наверное, энцитый, так что. Да. Как бы сказать, с Богом, что ли? Да. Ну давай, поехали. Поехали. Сидишь? Сижу. Он сказал, поехали. И чем-то взмахнул. Ого. Клевый звук. Ну, звуки клевые добавили. Жух, жух, жух. А, мне нравится этот звук. Мне тоже. Как это, как насилуют вуки, так. Да. Насявка не вуков. А, высота 4,5 километра, полет нормальный. Небо безоблачное. Вроде бы. Да ладно, вон сколько облаков. А, ну это высотные перистые облака стратосферы. Перистые облака. Я думаю, надо сесть где-нибудь около водички. Да. И где-нибудь между точечек, чтобы мы были к ним рядом. Кстати, он в бок не летит. Давай гаситель выключу. Разбиваться давай. Так разбиваться. А, он без гаситель не алё, да? Вправо-лево не хочет? Не-не, чуть-чуть. Сколько высота? Высота 2000. Можешь прыгать с парашютом? Скинуть балласт. Опа. Стой, погоди, у меня что-то повисло. Игра, верни меня. У тебя не было сейчас лага? Нет. У меня периодически чуть-чуть этот дергается. Но это не страшно. Чуть дергается, мы и летим сейчас, извини меня, со скоростью 100 метров в секунду. Будем менять сервера, то я сервер, то ты, чтобы было все по-честному. Угу. Видео вы сможете посмотреть на обоих наших каналах. Да. От первого, от второго и от третьего лица. Да. Ссылка будет под видео, в рекомендациях и в прочих. Мы все-таки созрели для кооперативного выживания, возможно, даже мы расширим еще. Слушай, я что-то не вижу камней. Да. Я, конечно, понимаю, что мы на пятнышке с тобой садимся, а камней-то как бы и не алю. Ну да, есть такая проблема. Сейчас будет у нас имбаундит. Так, сейчас внимательно. Что, перелетим? Можно, да, полететь. Да-да-да, туда вот как раз вперед. Потому что... Какой я догадливый уже тебя даже. Сколько же там пятнышек? А пятнышек много. И они недалеко друг от пятнышек друга. Пятнышек много, это у нас прямо это... Будет нора. Знаешь, везуха будет такая, если буквально... Там, не знаю, под 10 метрами сразу уран такой лежит прямо на поверхности. Отрыл и все. А, сейчас он тебе под 10 метрами будет. Нам я... еще кобальт найти. Ни одного камня, ты смотри, что. Да. Ну, поле, конечно, прям шикарное. Да, главное, чтобы был ровным. Мне однажды повезло. Вот к горе так. Поближе тогда, давай вот туда. Угу, давай. Че, тебе повезло? Мне однажды повезло, уран был буквально под 15 метрами. Так радовался. Да, только там метеориты полностью корабль уничтожили, так поэтому моя радость долго не длилась. Так. Да, кстати, мне тоже попадало прямо в этот... сборщика и все, гейм овер. Да, мы очень надеемся, что все так плохо не будет. Мы очень надеемся, что мы где-нибудь найдем камни нужные. Слушай, я предлагаю, слушай, хотя опасно, планета заселена пиратами. А? Ага, а может камни не прорисовываются на такой высоте? Ты уверен, что с такой высоты? Да ладно, то есть километра они тебе не прорисовываются. Ну,
У меня Давай приземлимся. видюха не такая сильная. Хотя ты прав, да. Все-таки должно быть. Высота Давай 500. снизимся. Вижу. Какое Я тоже пятнышко. пока лечу, подлагивает. Пятнышко. Блин, я вот прям так хочу на него сесть, ты не представляешь, прям аж зубы судорогой сводит. Да, если посмотреть с определенного угла, это похоже на кричащий болгарский У нас там перец. шифилов, нам уже пора приземляться, кстати. Чего перец носки? Ой, Ну, для если меня это под... вообще рожь какая-то страшная. Вот-вот, я о том же. Ну... Хьюстон, у нас шипфилов. Давайте вот А ты сюда не вот верь, приземлимся. ему, у нас 40... От 17 до Ага, тогда 40 минут. газовать начинаю 17 минут. Ну, ты же не будешь газовать 17 минут. Магний я уже вижу, там есть. Вижу магний, да. Ну что, может здесь и за это? Можно? Заземлимся. Сейчас посмотрим на относительно плоскости. Хотелось бы поставить корабль как можно ровнее. Но вот единственное, что вот магний, конечно, будет на глаза капать. Ой, что видишь? Никель. Никель и магний, да? Да. Блин, лучше бы это был кобальт. Нет, надо от пятнышка отлететь, иначе она нас задолбает. Хотя мы же его не будем видеть, пока у нас антенны нет. Ну да. Планета заселена пиратами. Смотри, какой красивый вид будет, а? То Кстати, а где у нас солнышко? Солнышко у нас тут. Прям, прям над ух, тут нами, вот прям в нору зените. копать. Идеально. Да. Слушай, это же круче получилось, А чем если мы вот в эту представлял. ложбинку приземлимся? Прошлого раза не было, не лги. Это дежавю, пардон, зрители. Да. Камень вижу, камень вижу, камень вижу. О, Сейчас мы к нему заземлимся. подлетаем, он силикон. Давай где-нибудь приземляться, а то мы 10 минут уже с тобой. Кстати, знаешь, почему я в ложбинку сажусь? Сверху уже турели будет, им будет удобнее собак отстреливать. Да, логично. Логично. Да. Садимся. Да подожди ты тут еще. Хрен сядешь. Вы Надо. можете уже выпрыгивать, если что. Так, я Лерой. А вдруг ты оставишь меня одного и улетишь? Обязательно. Обязательно. Сейчас мы посадимся на все четыре колеса. Не люблю, когда корабль. Чё ты не приземляешься? О, смотри, что-то, по-моему, мягко, по-моему, жестковато посадочка. Все. Все Ой, отлично. все. Да. Все отлично, все прилично. Глушь Да. подвижки. Верните меня назад. Трям, ДФЛУР начинают кооператив. Так, Так, я да. два водорода взял, у меня ни одной пули нет. Давай я 150 пуль заберу. 150 тебе. Окей. Такс, давай разметим план действий, все-таки какой-нибудь. Конечно, разметим, посмотрим, что там за кучка вкусная. Точно. Так, автомат. Бур. Он уже собаки бегут. Да, поэтому автомат в руки. Бур, лур. Зубы. Лур берет бур в зубы. И... Да. Че тут? Не, нормально поставились-то. Смотри как. Да. Недурственно. Я так понимаю, экшен прямо План сейчас действий. начинается. Да. Ой, да, прям сейчас, я сейчас без гасителя. План действий. Надо срезать большие трастеры, потому что в них обязательно попадет этим. Понимаешь, да? Да. Уран! Нет, железо! Железо! Это уже Железо! хорошо. Железо! Железо! Железо нам нужно как воздух. Первая серия, сразу же взгрызаемся. Один Да. прикрывает тылы от собак. Кстати, Вполне да, давай лучше громковато. буду прикрывать. Да, кстати, громковато чуть-чуть. Правильно, лишь бы не работать. Тебе все лишь бы не работать. Прикрывай. Ну, зато тебя никто не этот. Покакаем. Меня никто не этот. Так, 5 тонн камня мы набрали.
Смотри, как выгрызаю. А нахрен нам бурыв? Так будем прям. Вылезли. Сковали все это удовольствие. Че ты, по-моему, кирпичи летят во все стороны. От страха. Ты лучше более полезными вещами занялся. Ой, собак что-то не видно, блин. А, у меня уже не лезет, да? Может, они умные, может, они чухнули, что один будет прикрывать. Ну, естественно. Мы нашли самое важное для нас. Давай все-таки более. Пока ищи место. Так. Начнем спиливать трастеры, потому что мегабур мы из этого корабля строить не будем. Однозначно. Все, кстати, у нас пошло вперед. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ой, собака. Собака. А куда она делась? А, вот он убежал. Она улетела, но обещала вернуться. Эх, нифига, так слышно выстрелы прям. Значит, да. Seven days today. Короче, я спиливаю эти. И нам надо будет... Атмосферники? Да, нам надо будет разделить баллончики. Я уже разделил тебе один, оставил себе два взял. А я дурак не взял. Поэтому я сейчас пешком бегу к кораблю и очень надеюсь, что... Да, я очень надеюсь, что собачки не вернутся. И экран не будет лагать. Я тебя прикрою. Да, недалеко убежать. Нет, иногда просто когда резко оборачиваюсь, как в фильмах ужасов, оборачиваюсь, а сзади загогулина какая-то. И ты такой, визжишь. О, я тебя вижу. И я тебя вижу. Раз. Отлично. Так, это расстояние, что, мы 200 метров всего? А, у нас же радио 200 метров. Как все запущено. Ой, да. Вон я тебе бонус оставил на земле. Сейчас подберем. Можешь подберем. Уйти собирать. Не, все-таки в кооперативе будет удобно нам играть. Сравнил. Мы тут такие гигантские. И в перспективе, может, еще кого-нибудь добавим. Есть, у тебя ай. Сзади тебя жрут. Подожди, я ей попу. Попу. Хелс лоу. Оу. О, отлично. Идите. 25 компьютеров. Идите отсюда. Ну тут я еще набросал, а не вот видишь на че. Так, я разгружусь и полечусь. Ничего не съели. А, трубы. Кооператив — это просто несравнима разница. Да. Это все намного проще. Вы, может, отодвинетесь отсюда. Взял баллон, что ли? Не взял ты баллон. Потому что я баллон. Так. Лур. Все, я тут. Баллон. Баллон, ты не взял баллон. Сейчас забаллонюсь. Как приятно заново начинать, прям новая жизнь. Да, такой приходишь на наивную девственную планету. Она стесняется, смущается. Наивная девственная планета, у меня, кстати, это... У нас планета... С огромным количеством пиратов. Мы когда летели в спасательной капсуле, наш корабль потерпел крушение. Пришлось садиться на враждебную планету. Так что пиратов тут будет хватать. Проверено. Да. А эти штучки отпиливать? Так что, помимо торчишь? Метеоров... Угу. Кого, простите? Вот эти вот штучки отпиливать? А, железки? Да, естественно, это наши балки. Балки без Е. Так. Ну-ка. У нас дети смотрят. О! Так, у меня тут мои органы остались. Пока что у меня все. Ух ты, столько моторов. У нас моторов на целый этот. Нам надо как можно быстрее крышу освободить, чтобы на нем начать хоть какой-то бур. А мне освободить его от трастеров? Естественно. А, я еще уберу окна, которые нам пока нафиг не нужны. Да, окна — это экраны, кстати, если мне память не изменяет. Ой, я, по-моему, стукнул. Ну, это бронированные стекла и запас с этим силикона. Вот. А давай спилим ноги. Да, теперь к сундуку, конечно, подходить вдвоем прям весело. Ну чё, как на наших летсплеях будем делать? Откуда? Чё, реактор не будем спиливать? Откуда тут удобнее? На конвейер-то выходить. Я уж не помню, откуда я на конвейер выходил. Вот, по-моему, вот с этой вот дырочки. Да, да? Уважаемые зрители.
Ой, блин. По-моему, у нас вот здесь была всегда нора. Да. Так, я... Нет, вдвоем, конечно, прикольно. Это весело. Вот у нас уже появилась нора. Нора-дыра. Мы, кстати, можем туда идти, Райлы поставить. Можно. Как его? Чтобы не расшибаться-то каждый раз. Где нора-дыра? Нора-дыра. А, ой, нам, мне нам... на голову луры падают. Слушай, а нам делать леса наверх? Наверх дождю. А, нам леса, знаете, делать наверх, типа... Нам турель надо ставить. О, ну это доверь мне. Кстати, турель гатлинга или простые турельки поставим? Фобосы, ой, вулканы будем ставить. Какие гатлинги? О, ну да, ну да. Дольше мы сохраним наш корабль, тем лучше. Маяк оставить, кстати, или спиливать его нафиг? Оставь, ты чё, мы потом корабль свой не найдем. Ну да, пока-пока оставим. Так. Вам нужна стальная пластина. А чё, я все выложил, да? Это уже все спилил. Да? Эту я только не спиливай. А хотя можно, кстати, вот этот вот экран большой спилить и его заполнить блоками. Угу. Где у нас вход? Сейчас этим займусь. Так, отдайте ко мне Counterlight, а то я не вижу, где у нас вход все время. А, мне все равно пластинки, компонент нужен. Телевели Трямди наша, так. Намана. Мне нужна пластина и компонент. Чё там пипикает? Ты что ли пипикаешь? Нет. А у меня прям такой звук был, пипи-пипи-пипи. Ты что-то там уже строишь. Да, ты я... Не говори, что это легкий блок. Ну, да. А, умница, только низковато. А, нет, все правильно, ты делаешь. Ты смотри, какой умный мальчик. Ну, все-таки, по-моему, нет, сколько я играл всего, все-таки 800 часов это немало. 800? У меня 222 часа. Ну, я же играю в эту игру. У нас есть освещение, мы теперь знаем, где. Так, да. Где мы будем лазить. Так, следующее что? Надо... Так, я думаю, верхнюю площадку. Еще осталось, знаешь, что научиться? Не перебивать друг друга. Это да, это да. Так. Верхнюю площадку мы мутим из тяжелой брони. Вулканку на панельку. Вау, вот такие большие они. А, вот с этим модом я вообще не знаком. О. С так. Каким? С вулканами я не знаком. Познакомились как раз. Так. Нам нужен кобальт. И нам нужен... Кобальт. О, ты летишь. Это все тяжелые блоки брони, имею в виду. Ага, да, я понял. Я узнаю их из тысячи. Нам нужен вот по глазам, по ушам, да? Еще по каким-нибудь органам. Сейчас мы сделаем косметическую. Да, нас дети смотрят, я бы сказал. Кстати, можно тут вертикальную лесенку сделать на случай, если закончится водород. Я это и делаю. А, да. Бывает такая. Бывает такая беда. Сейчас займусь. Ладдер. Где он? Раз словечко, два словечка, будет лесенка. Или как там, песенка. У нас пластинок не хватает. А делать нам их не из чего, кстати. Беда в гурчине. Так, ладер, 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 ладер. Все, я этим занимаюсь. Не беспокойся. Так. Я пошел кобальт искать, пока день. Угу. Я тебя покидаю. Так, ну и что? Нас покидает Даев, а мы занимаемся лестницей. Нет, я не заправился. Будет интересно у друг друга это все посмотреть. О, с да. Зато с более высокого. Да, с более высокого разрешения это будет выглядеть иначе, не как у меня. Так, мне требуется стальная трубка. Их. Есть ли стальная трубка? Трастеры попили. А можно заказать. Кстати, может, часть труб? А можем уже? А, у нас же уже железо появилось. Да?
Лечу я здесь по нашим окрестностям. У нас такие глобальные прям эти. Будем войну с пиратами устраивать. Да, тут есть как разойтись. Что-то у нас тут. Что-то у нас тут беда с кучками. Хьюстон, у нас беда с кучками. Кто-то их не доложил. Так, я вижу. Да, кто-то не доложил кучки. Кобальт, ты прикинь? Прям сразу. Вот да, кобальт себе. Редкая зараза. Вообще он. Ой, что это я пишу тут? Матерно. Матерный каллиграфическим найти... шрифтом. Осталось найти с такой же скоростью товарища Уранского, и у нас все будет замечательно с тобой. О, да. Так, лесенки готовы. Можно теперь молодец. Залезать. У нас наверх. Еще много трастеров на спиливание есть. Нам никеля немножко и серебра бы хорошо. Потому что уран, серебро, мы можем реактор строить, в принципе. Ты уже реактор? Ты уже собираешься улетать отсюда? Нет. Ну, просто я фетишист на реакторы, я батарея. Ой, чуй-то. Я ядро Марса вижу. Офигеть. У меня Марс. Это, знаешь, это как звезда смерти. Глянь на Марс, пожалуйста. Сейчас глянь. У тебя нормально он отображается? Сейчас я его сначала найду, свой объектив. Я его не вижу. А ты что там? А, вот вижу, да. А, ну, это... Вижу, да. Что-то вроде ядра там. Знаешь, как в энциклопедиях взяли. Офигеть. У нас полпланеты не прогрузилось. Пипец. Так, 5 тонн кобальта есть. Хватит нам на первое время. Вот, если бы ты маяк спилил, я бы тебя сейчас по аушечкам. Ау! Не, я же товарищ, который все согласовывает. Так. Что бы мне тут поставить? Поставить вулкан один или нет? По-любому, не один. Окей. Только сделай их это. Ай-яй. Я стукнусь. Как бы на этих. На. По краям. Ты. На ушах. Да, на ушах, чтобы мешало. Так, на ушах, чтобы не мешало. Ой, бля. Что там было? Ты упал? Я вместо того, чтобы положить в этот, в расплавлятель, прям посреди базы кинул такой огромный 5-тонный кусок кобальта. Так, кобальт у нас есть. Кстати, 25 минут. Ну давай, по 40 минут серии будем делать. Угу. Будет и полезно. Я думаю, это будет прям... И вкусно. Весело. Че, не заправляемся? Так, теперь у меня партзадание найти Уранского. Металлическая решетка. О! Слушай, волшебно. Нет у нас металлических решеток, на это нужен никель, если мне память не изменяет. А я тут хитрый, тут кое-что можно спилить, у нас будет будут решетки. Тут у нас есть эти плоский стальной мост, который тут пока нафиг не нужен. Эй, опусти. У меня игра. Что такое? А, нет. Что за фигня? В плоском стальном мосту нету решеток. Тебя не лагает? Чуть-чуть. Все, перестало. У меня что-то прям как всегда. А, нет, лагает. Плоский бок. Я знаю, как это лечится. SimSpeed упал. Это, кстати, баг сервера. Это не от нас, не от интернета зависит. Это, к сожалению, есть такая беда. Угу. Отпусти. Это надо просто постоять и немножко посмотреть в небо. Да? Окей. Стою, смотрю. Солнышко. Оно прогружается, все, у меня прошло. Отлично. Нет, ни хера. Главное, чтобы у тебя прошло, потому что у меня зависит от того, как у тебя. У меня процессор даже на 27% не загружен, так что... Ты японский, ты бог, да. Отпусти. Игра. Давай, сделай это.
Так, я, интересно, смогу отправиться на поиски? Ты на записи потом увидишь, что у меня происходит. Ну ладно. У меня тут тоже забавные вещи FPS самое главное происходят. 40 кадров. FPS самое главное 40 кадров в секунду. Везет, 27. Это либо... Ой, собака. Не ешь меня. Забавно, у меня тут А ну-ка, стой-ка. тоже фокусы. Выпрыгиваю из окна, а потом меня обратно возвращает. Потому что меня так... Может, игра намекает, что первая серия... Всего ж 25 минут. Стой, погоди. Вот, по-моему, сохранение прошло, прослопило. О, Или ну. это она пересохранила? Все, отпустила. Слава. Тогда я пойду Отпустила. вперед. Я еще кучку увидел. Да японский ты бог, а? Зато звуки вели в почве. Да. Дорогие зрители, Мы пишите в оптимисты. комментариях, как это лечится. Как это лечится. Ой, я стукнулся. Блять, 6% осталось. Ой, нет, не Так, отпустила. тут магний всего Не лишь. дело. Если так все время будет, я не знаю, что нам делать. Ну, я очень надеюсь, что Что не за... все время. Как будто бы сглазил какой-то. Угу. Не, так уж ниже графики не придумаешь. Давай я растительность тут. А, мне кажется, или у меня этот. А у меня тут обрадовался. FPS хороший. Японский человек. У тебя хоть в бандикаме камера, фу, пауза есть. Да, есть. Собаки хотят. Собаки тебя хотят. Тьфу. Так, ну чё, Лур, надо, наверное, эту серию заканчивать, потому что у меня, считай, я уже 5 минут дергаюсь. Ничего сделать с этим не могу. Да, я тоже как бы дергаюсь. И меня отпустило, что ли? Хуй, а меня отпустило. Она испуг... Нет, нихера. Она испугалась. Интересно, это связано с виртуальной памятью? Не связано это с виртуальной памятью, это связано с SimSpeed, который никакого отношения вообще к нагрузкам не имеет. Понятно. То есть какой-то... Это лечится сворачиванием и разворачиванием игры. Но я же не могу на летсплее сворачиваться и разворачиваться. А, ясно. Да. Я еще Жаль. что-то нашел. Я пока ничего делать не могу. Меня жестко. Совсем? Ну, Ну и представь. давай тогда завершать. Ну что ж. Да. Что ж, дорогие мои зрители, уважаемые подписчики, наши зрители, извини, у Да, меня уже и вот наши привычка тоже, и просто. мои тоже, дорогие зрители, меня тут колбасит. И я умер почему-то. Притом Да, а мне умер. даже этого не написали. Возрождение. Смертью храбрых. Посмотрим, что мы Знаешь. сделаем. О, у меня написано шлем снят. Прикольно, а я его одевал. Забираю с себя имущество. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оценивайте, обязательно ставьте лайки, смотрите и на первом, и на втором канале. С вами был Лур Идаев. Да, с вами был Кто Лур хочет поддержать, ссылка в описании. и труп Лура, который лежит здесь. В общем, да. Нормальный труп Лура. Мы решим эту проблему, как видите, пока не играбельно. Да, пока не играбельно, но думаю, справимся. До скорых встреч, Да, куда дорогие мы друзья. денемся, когда? Да. Всем приятной игры. Всем Пока-пока. бж-бж. Пока-пока. Пока-пока.